Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Ниссан, и сегодня вместе с Жекой мы в очередной раз продолжим троллить друг друга в Майнкрафте. Ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность, которую вы проявляете под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам выходит данная серия. Да, ребята, и поэтому ставьте большущий пальцы вверх на вот эту серию, если хотите больше видосов с троллингом. Чем больше лайков мы наберем на вот этой серии, тем больше серий будет выходить, даже не... Согласен! Не я карту буду перестроивать. Давайте сначала тут, да, он еще с игры вышел. Ребят, наверное, на этом уже будем заканчивать. Я просто с этим дауном больше не хочу снимать. Пускай идет он в жопу, все. Я не могу перезайти, перезайди на сервер. Не буду я перезаходить никуда, я буду строить. Меня забанили. Да мне без разницы, я буду строить для тебя троллинг, ты там ходи не хочешь. Ну все, пока-пока, Жека, пока. Пока. Ну, в принципе, ребята, добро пожаловать в новую серию троллинга в очередной раз. И, как я уже сказал на начале, ставьте большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите больше видосов с троллингом. Чем больше лайков мы наберем прямо сейчас, тем больше серий будет выходить. Да, ребята, а сейчас мне опять нужно что-то придумать. Если в прошлой серии у меня была какая-то небольшая идея со Стефаном, то в этой серии нужно придумать что-то другое. Потому что, мне кажется, Стефан будет немного надоедать, если его использовать в каждой серии. А так мы дадим Жеке немного времени, чтобы соскучиться по Стефану. А потом его неожиданно вернем, и Жека опять забомбит. А в этой серии нужно что-то придумать. Пока даже не знаю, что. Да. Ну что, ребята, я закончил строить все мои испытания. Если честно, в этой серии я даже уже не имел ни малейшей идеи, что можно построить. Поэтому я решил сделать небольшие испытания в стиле пилы. Да, напишите в комментарии, кто смотрел этот жуткий фильм. Но это один из самых любимых фильмов Жеки. Поэтому в этой серии у Жеки будет искупление. В этой серии я научу его любить Стефана, любить своих близких. Он должен будет его полюбить. И вот это все испытание научит его любить своих близких, а именно Стефанчика, да? Но в первую очередь ему нужно будет зайти вот сюда внутрь, в эту комнату. Тут у него будет находиться меч. Перед началом испытания я вот это все тут скопаю, вот так. Тут еще можно будет потом что-то достроить. Я скопаю, и вот тут он добудет свой меч. После этого он зайдет в эту комнату, и я скажу: Жека, пройди свое первое испытание. Тебе нужно убить всех коров, чтобы накормить вот этого жирничмена, а взамен он даст тебе ключ-карту, которая откроет вот эти двери, и ты сможешь пройти в свое финальное испытание. Я на это ему дам 20 секунд. Если он не успеет убить вот этих коров, то я взорву вот это все тинти. Он не успеет, потому что тут не будет... Сколько? Тут не будет 31 куска мяса. Не будет 31 куска мяса со всех этих коров. И он не сможет выбраться с этой комнаты. Почему? Потому что тут будет секретный проход. Если он додумается, то он сразу выйдет через него. Если нет, то взорвется. Я скажу: Жека, не всегда нужно прибегать к насилию. Можно найти другой способ. Вот так вот. Ну и Жека будет в очередной раз затроллен. Потом я... сделаю ему одно из самых главных испытаний его жизни. Жека, тебе нужно будет расстаться или с любовью к писюнам. Все мы знаем то, что Жека любит писюны, он израчуга, бла-бла-бла-бла-бла. Или тебе нужно будет смириться со Стефанчиком, найти способ, как к нему подкатить, помириться и жить дружно. Да. Тут, конечно, у него будет, ну как это сказать, цветочек, просто подарок Стефану, но это ничего не будет означать, потому что, что бы он ни выбрал, тут откроется проход, и Стефан начнет его дубасить. Я скажу: Жека, нужно прощать людей. Нужно прощать людей. Он начнет тут бегать, суетиться, бла-бла-бла-бла-бла. И потом я ему скажу: через какое-то время нужно поставить себя на место другого человека. В данном случае, иди на место Стефана. Если он меня буквально поймет, то он пойдет вот сюда, и тут будет секретный проход. Вот тут. Нужно будет спуститься вот сюда, и вот тут ему нужно будет вылезти, через вот эти вентиляторы, что, в принципе, очень сложно, если честно. Очень сложно, наверное, даже один нужно будет убрать, потому что это реально очень сложно. И потом он вылезет вот сюда, свое финальное испытание, вот сюда. И тут у него будут очень много вариантов. В первую очередь, я ему скажу: Жека, ты можешь познакомиться со всей семьей Стефана. С его тетей, дядей и также Ибрагимом поближе. Если он откроет дверь, то они на него нападут. Потом я объясню, почему. Я скажу: Жека, ты можешь убежать от своих проблем и просто выйти. Он типа, ну, допустим, выйдет отсюда, да, допустим, пойдет вот сюда, бла-бла-бла-бла-бла, но тут упадет в
в невидимую ловушку. Вот так. В принципе, даже если он сначала сюда пойдет, он и так упадет, потому что это не выход. Но если он откроет вот тут дверь, то тут выбежит еще друг Стефана, точнее дядя Стефана, как видите. Опа, какой, ну вы поняли, да? Но я ему скажу: Жека, доверие — это самое главное. Заходи вот в эту коробочку, и ты будешь спасен от всех своих проблем. Нифига себе, что там Жека строит наверху. Я прямо офигел, если честно. Ты зайдешь сюда и будешь спасен от всех своих проблем. Тебе нужно будет нажать на вот этот рычаг. Он будет нажимать, тут ничего не будет происходить, но я скажу: Жека, нельзя уходить от своих проблем. Тебе нужно было помириться со Стефаном. Тебе нужно было помириться с его друзьями, с его родственниками и многим другим. Я скажу: Жека, доверие — это главное. Но в данном случае ты совершил ошибку, очень большую. Тебе нужно было помириться со всей семьей Степанчика, а ты их расстроил. И, как видите, через какое-то время ему на голову просто шандарахнется наковальня, и его выкинет сервера. Не знаю почему, потому что Жеку выкидывает после того, как ему на голову шандарахнется наковальня, его выкидывает сервера. И я скажу, я не хочу дружить с такими заразами, которые не любят Стефанчика и все остальное. Поэтому, ребята, посмотрим, что с этого получится. Надеюсь, что Жека все же будет затроллен. И давайте подождем, пока он достроит. Не знаю. Увидим. Ой, ну что, Жека, готов? Ох, я так долго строил, мне кажется, тебе не понравится. Вот я вангую, тебе не понравится. Конечно, ладно. Не понравится, мне вообще твои троники никогда не нравятся. Давай, пошли. Нет же разговор. Так, включай Гемо 2. Это что там за змейки, а, наверху, а? Так, давай, Игорь, смотри. Эдисон, я говорю заранее при вас. Ты должен меня слушаться, а не как в прошлый раз ломать мою карту. Тогда ты меня тоже, без всяких там поспешных выводов, просто стоишь и ждешь, пока я тебе что-то скажу потом, хорошо? Ну да. Чё, да-да-да. Если ты меня слушаться не будешь, я тебя тоже слушаться. Да, всё, давай. В общем-то, заходи, Эдисон, прошу, добро пожаловать на мой троллинг. Ой, добро пожаловать, ты пошутил? И добро пожаловать. Да, добро пожаловать, Эдисон, добро пожаловать на троллинг. В общем-то, Эдисон, ты находишься в военкомате, тебе целый 21 годик, а ты до сих пор не ходил в армию. Ты боишься, да, боишься военкомата? Так вот, он пришел сам к тебе. Ну, что мне делать? Ну, собственно, идти в армию. А, все, то есть мне с ним не нужно разговаривать, там медосмотр проходить, нет? Да нет, ты уже все прошел, Эдисон. Тебя забирают хоть как уже. Ладно. В общем-то, вот, Эдисон, ты находишься в казармах. Видимо, все уже твои напарники, они уже пошли работать. Да, а ты один остался, нужно побыстрее выбраться из казармы. Давай, выбирайся отсюда. Ой. Ладно. Ой, ты дебил. Нет, видимо, Эдисон, тут так нельзя выходить. Нет, через крышу нельзя. Нет. Так, ну что ж ты будешь делать, давай. Не знаю, выход какой-то постараюсь найти, если он тут есть вообще. Давай, ищи. Так, что тут есть? Там, не знаю, может, посмотри на таблички какие-нибудь. Койка Ибрагима, койка Эдисон. Не, больше таблички. Вот мне интересует, что это за блок такой, Жека, а? Что это такое? Не знаю, какой-то странный, да, блок? Да, очень странный, вот прям очень странный блок. А, ну, не знаю, можешь попробовать к нему залезть там, я не знаю. Не хочу, если честно. Не хочешь? Ну ладно, в принципе, ты тут можешь походить. Туда вообще как бы реально залезть, мне кажется, не очень. Да, туда можно залезть. Ты вообще пробовал на себе туда залезть? Да, я пробовал. Вот видишь, можно. Да, что-то, ну, я не знаю, посмотреть что-нибудь здесь. Не зря здесь этот блок висит, да? Может, что-нибудь рядом есть, я не знаю. Ой, ничего тут рядом нету, Жека. Уверен в этом? Да, я ничего тут не вижу, если честно. Ну, ты посмотри, может, там сбоку, я не знаю, где-нибудь еще. Не, ничего, я просто уверен, ничего тут нету. Ничего. Не, ну ты все-таки повнимательнее посмотри, да, посмотри повнимательнее. Ну, свет выключил, он свет включил. Да не, ничего тут нет. О, вот, о, пришел. Так. Так вот, Эдисон, смотри, ты почти уже выбрался из армии, тебе осталось пройти полосу препятствия одну. Вот. Я тебя предупреждаю, что тут будет жарко, и лучше подготовься перед тем, как идти. В смысле подготовиться? У меня тут ничего нет. Ну, не знаю, соберись духом, я не знаю. Будет жарко, Эдисон. Ой. Можешь, конечно, упасть и не мучиться. Думаешь? Да. Так, а ты мне хотя бы скажи, куда мне нужно? А ты сам должен это понять. А капут, по мне будут стрелять, да, я должен еще сам понять. Ну, ладно, скажу тебе, тебе нужно вот сюда. Давай, ты справишься, Эдисон, ты справишься.
Конченые двери, а. Давай, давай, Эксон, ты справишься, у тебя почти получилось. Что ж дальше делать? А, ничего, все, все, ничего? Да. Ой, ёханый бабай. Так, да. Ты уже понял, что как проходить, ты должен это пройти, да, Эдисон? Это армия. Армия, армия. Опа, ой, ой. Что-то я не хочу в эту армию уже, выпустите меня, пожалуйста. Ты справишься, я в тебя верю. Ёп. Ой, что-то типа не получилось, что-то не получилось, Эдисон. Ты знаешь, что делают в армии за то, что плохо выполняют испытания? Знаешь, что происходит? Душ принимай, хорошо. Нет, знаешь, просто происходит с людьми, которые ослушаются приказов генерала. Не знаю. Сломай этот дуршвак сраный. Знаешь, что происходит с людьми, когда они выполняют приказы генерала? Знаешь, что с ними случается? С ними делают плохие вещи. А при чем тут Ибрагим в армии? Об этом поможет тебе Ибрагим. Он у нас местный генерал. Ага, и все, и все. Да, и он тебя будет учить, как нужно правильно служить приказам. Да. Ну ты, конечно, мог пройти мое испытание и остаться с Ибрагимом. Да мне, в принципе, с ними так приятно, это же не Стефан. А, да, ну ладно, хорошо. Он меня любит, да, Ибрагим? Так раз ты можешь с ним в туалетике, с тобой будет делать разные вещи. Ой, ладно. Это все, Жека? Да, это все. В общем-то, что мы услышали из этого урока? Ты в армию не готов идти и умеешь служиться приказом, да? А что бы было бы, если бы я прошел до конца? Меня бы ты пэхнула вот туда и все? Нет, ты бы прошел испытание. Ага, я вижу, как я прошел, да, меня ты пэхнула в туалет. Ну ладно, ладно, так уж и быть, спалил. Ну что, все, давай, я готов пройти твои испытания. Можно заходить? Пошли, Жека. Куда ты бежишь? Жека, в гейммод 2 давай. Ой, совсем уж сумасшедший. Ну ты пока что можешь еще раз пройти мои испытания, да? Не-не-не, Жека, ты очень плохой человек. Ты не ценишь ни дружбу, ни людей, ни хрена. Это все не про меня, нет. Ничего, ты любишь только пиписьки, извращенство и Стефанчика. Не-не-не, это все неправда, это все неправда. Поэтому, Жека, сегодня у тебя будет искупление. Пошли, заходи. Искупление? Искупление будет. Жека. Мне дадут много пипизик? Нет, я не был к этому готов. Я заметил. Короче, Жека. В этой комнате у тебя будет 20 секунд. Да, если хочешь, иди уже туда. Будет 20 секунд. Помогите. Я не понимаю, зачем ты туда идешь, как бы, ну ладно. Ты меня вообще будешь слушать, я тебя как бы слушался. Да, у меня будет 20 секунд, да. Ага, слушался, ну давай. У тебя будет 20 секунд, чтобы перебить всех коровок и накормить жирничмена. После этого, жирничмена, да ты не слышался, жирничмена. После этого он даст тебе карточку, и ты сможешь открыть вот те двери. Только тебе нужно еще где-то тут меч найти, я не знаю, может он где-то вот тут есть, вот, может вот так. Подожди, нужно накормить всех коров? Тебе нужно убить всех коров, забрать все мясо и накормить жирничмена. Ай, боже мой. А ничего, Жека, ты ничего, что я сказал, тебе нужно тут еще найти меч, как бы. И коров, и коров не выпускать, потому что мяса не хватит. Они сейчас сгорят. Нет коровки, нет. Может, ты хочешь меч тут найти, я не знаю, Жека. Ну ладно, сейчас поищу, конечно, тут меч. Давай. Что-то я тут видео непонятное, такое странное. Да, где-то вот тут что-то есть, я даже не знаю, вот может где-то вот там, а, ну может, да, может вот тут, может где-то вот тут. Я показываю вот тут перед носом у меня, может вот тут он идет в другую сторону, ну ладно. Ладно, как бы, мне и так нормально. Эва, как мне вернуться, нет? Всё, никак, ты сам себя затроллил. Все, Жека. Все, ты не такая. Помогите! Ой, так, Жека. Ищи меч. Ищи меч. Ой, ой. Ой, какой же ты. Я не понимаю! Какой же ты слепой! Ой, 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 ой! Ой, ой, ой! Ну посмотри, ты уже под дерево, тупая ты башка! Вот это все. Это что, меч, все отлично. Давай, вперед, убивай коровок, тебе нужно накормить жирничмена. У тебя есть 20 секунд, Жека. 19, 18, нет, 17, 16, 15, 14,
убиваю. Давай, давай, там уже где-то 8. Вот жирничмен у тебя ждет, Жека. Давай, корми его быстро. Как? Не хватает, 23, нету больше. Твою мать. Жека, ты не усвоил урок. Проходи. Ты не усвоил урок. Минус балл тебе. Тут был секретный проход. Не всегда нужно убивать зверюшек. Можно мирным способом обойти. Ах ты, царь мне сказал, убей всех коров. Ты меня слушайся, говорит. Да. Говорит, ты меня слушайся. Жека, вот мы вчера пилу смотрели, там все вот так просто было. Ты меня слушайся, Жека. Это по мотивам твоего фильма, так что тут будет все сложно. Давай, давай. Я не хочу это дрить, Стефан. Да. Так, Жека, не нажимай ничего. Не нажимай! Ты же должен меня слушать. Жека, нужно избавиться от чего-то в твоей жизни. Или ты помиришься с Стефанчиком, побываешь на его месте, понял? Или навсегда избавишься от писюнов. Нажимай рычаг, выбирай, что лучше. Рассуждай, я не знаю, что лучше для тебя. Так, ну ты мне говоришь, подари Стефану, да? Ну окей. Он не хочет, чтобы я ему дарился. А, ну тут как бы решай. Ладно, да. Все, я ему подарю. Нажимай на рычаг и выбирай. Что для тебя важнее, писюны или Стефан? А, подожди, я должен взорваться, Тебе да? нужно или побывать на месте Стефана, помириться с ним, или... Или, ну, избавиться от писюнов в твоей жизни, выбирай. А рычаги-то что делают? Они взрывают, да? Да. Так, ну я взорву, пожалуй, Стефана. Твою мать, нет, я не хочу. Нет. Стефанчик. Он так не усвоил урок. Он не усвоил урока. Стефанчик, разберись с ним, пожалуйста. Нет. А теперь... Ладно, писюны. Да ничего не произойдет, Жека, уже поздно. Ты не усвоил урока, тебе нужно было меня слушаться. Тебе нужно побывать на месте Стефана. Нет, Стефан, пошел вон. Да ты его не убьешь, у него там 1000 жизней. Тебе просто нужно побывать на месте Стефана. В смысле побывать на месте Стефана? В прямом смысле. Побывать в его шкуре. Что это значит? Ты так и не усвоил урок. У Стефана к тебе есть офигеть какие чувства. А ты его хотел убить, Жека. Вот он тебе мстит сейчас. Что? Нет, тебе... А почему ты в моем месте-то? Я же не люблю Стефана, поэтому как-то... Ну, побывать на его... Побывать на его месте в его камере, Жека. Вот тебе подсказочка. А, да. Вот оно что. Хорошо. Отлично. Давай, Стефан. Пошел в жопу, Стефан. Нет. Так, не сюда. Сюда. Нет, не сюда, вот сюда. Не сюда, мне кажется. А может не туда, может сюда. А может все же туда, Жека? Не-не-не-не-не, я дверь сюда. Да, ну пожалуйста, давай. Да, отлично. Ну что, Жека, стоять. Сейчас будет твое самое главное испытание. Твою мать, кто меня бьет опять, я ничего понять не могу. Сейчас, Жека, будет твое самое главное. Не входи никуда, иди сюда, стой, жди. Все, иди сюда. Жека, это бабуля Стефана. Там и Брагим внутри. И дедуля Стефана. Видишь? Ты не смотри, что они тебя бьют. Ты с ними можешь помириться. Все твои испытания зависели от этого. Или наоборот, я не знаю, как сказать. Но! Ты молодец, что мясо взял. Молодец. Но, Жека, есть три выбора. Или помириться с родителями Стефанчика. Или выйти отсюда, с этого троллинга. Но тебе нужно... Нет. Жека, я так не играю, ты должен меня слушать. Твою ж там мать. Так я бы выбрал выйти. Ну так дай мне договорить. А ну ладно, тебе, ты можешь сражаться. Или, Жека, тебе нужно верить мне и зайти вот в эту коробочку. А можно поменять это решение? Случайно ты. Да все, выбирай. Давай. Давай. Я тебя слушаю, все, уходи. Нет, пошел вон. Нет, пошел. Все, Жека. Нет у тебя прощения. Ты никогда не справишься в этой жизни. Ты можешь нажимать на этот рычаг, он тебя может спасти, конечно. А ты ничего ломать не можешь, у тебя же гейммод 2. Ну, у меня и стекло могу. Нет, нельзя ломать стекло. Жека, ты должен был выбрать... Нет, ты должен был выбрать родителей, помириться со Стефанчиком. Провести ужин. Почему должен был? Должен был, потому что ты неисправим, Жека. У тебя нет никаких чувств. Ты эгоист проклятый, извращуга. Должен был помириться. Эгоист. Эгоист. К
к Стефану, к его родителям. Ты всех разозлил. Потому что ты эгоист, Жека. Эгоист. А эгоистам не место на вот этой планете. А, ну, в общем, Жека, да, как я тебе сказал, нет тебе оправдания. Ты грешен, можно так сказать. Ты всем уже надоел? Очень надоел, вот, честно скажу. Очень надоел. Всем надоел, Жека, всем надоел. Да ничего подобного. Вот, вот напишите в комментариях. Вот... Все, извращуга всем уже надоел. Нет, вообще, да, нет, да, нет, да. Всем, всем, всем. Поэтому, Жека, поэтому нет. Цена тебе, ложь. Нет тебе прощения, Жека. Нет никакого. А, нет! Нету никакого тебе прощения, Жека. Никакого. Поэтому знаешь что, Жека? Все, я пошел. Нет, ты будешь мучиться. Ой, ты будешь, боже. Ты будешь мучиться, Жек. Нет, закиньте меня еще раз туда, я так прикольно так сидел. Нет. Стефанчик тебе будет мстить, и бабуля Стефана, и друг Стефана, и брат Стефана. Ибрагим тебя предал, ты это понимаешь, Жека? Ибрагим работал на тебя, а сейчас против тебя. Нет, все вранье, это все ложь и провокация, пошли вон. Тупая семейка. А ты их откуда знаешь, а, всю семью? Он тоже, видимо, с ними. Стефан просто, знаешь, пожаловался, говорит, Жека меня не любит, Жека меня обижает, вот, вот. Да, конечно. Вот. Ой, все, здесь как это выйти? Никак. Я пошел свою армию, Жека, мне там было получше, чем с тобой, поэтому давай, прощай. Меня там хотя бы любят, не то, что ты, не то, что вот они все. Я буду вот тут. Все, пока, Жек. Ты-то можешь оставаться со Стефаном, все там нормально, да? Давай, да. А я буду серию заканчивать. А что ты пришел, мне такой вопрос, а? Так. Ты тут никому не нужен, ты там Стефанчику нужен, не там разбирайся. Ну что, я и пошел, да, все. Все. Все, Жека обиделся, и так ему и надо. Эгоист он. Ребята, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если хотите видеть больше серии с троллингом. Ну ладно, иди сюда, хотя бы попрощаешься, иди сюда. Большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова, ребята. Поплачь еще, Жека,